Рад всех приветствовать, это RT Games, Руслан Терехов, и мы продолжаем собирать секреты в игре Kena Bridge of Spirits. Ставь лайк, комментируй, подписывайся и наслаждайся видео. Так, мы находимся около вход в сердце деревни, около факела, около сохранения и перемещения. И попробуем собрать этот секрет. Идем налево. Заворачиваем чуть-чуть правее. И тут будет камушек. Кидаем в него бомбочку. Разворачиваем блок. Прыгаем в цветочек. Цепляемся за стенку. И идем в обход. Поднимаемся выше. Еще выше, левее и еще выше. Кидаем бомбочку, забегаем вовнутрь, и вот наш секретик. Это у нас почта духов. Что ж, нажмем на карту и смотрим, у нас сердце деревни. Village of Heart, получается, мейл мы собрали весь, да? Ну и выходит, что по всем, если посмотреть картам, да? Почта духов собрана, почта духов собрана. Был в амбаре, собрал. В деревне смотрим, почта духов есть. Это храм цветов. Гора Руса тоже почта духов собрана. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда соберем эту почту духов. Вот эти домики, да? Где нужно. Ну и пойдем тогда сейчас пособираем почту духов. Так, а обратно, надеюсь, тут цветочек будет. Ну да, обратно у нас цветочек пустят. Проходим. Сейчас тогда пооткрываем эти интересные почты. Там, наверное, будут еще тленуши, шапочки и прочие секретики. Так, идем. Посмотрим, посмотрим. Вот к этому нам порталу нужно в амбар переместиться. Замечательно. Так, и эта почта где-то на причале. Ага, где-то вот здесь она. Это место порта. Вот эта почта. Что ж, открываем. Замечательно. И целая область, наверное, открывается, да, у нас? Шикарно. Так, ну тут, наверное, плохиши власти. Сразу их встречаем градом стрел. Так, тут, наверное, будет немало секретов. Бабах. Надо щиток использовать против этой всей дряни. Серии быстрых атак. И уничтожаем эту скверну. В порту я еще не был. Тут тоже нужно все обойти, обязательно поисследовать. Ага, духи рыбаков, которые нас приветствуют. И Кена им поклоняется, как всегда, в ответ уважительно. Так, ну... Раз мы тут все дело очистили, так нужно с самого начала теперь все и осмотреть.
Теперь доступ у нас есть в эти места. Так, тут вроде ничего нету. Но если я что-то упущу, я, как всегда, запишу еще видосик, где мы находимся, секреты. Так, я вот здесь вижу уже есть цветочек на ту сторону, да? И тут еще два цветочка. Ну что ж, давайте сюда сходим. Так, ну вот мы на этой платформе. А, ну тут, возможно, нужно прыгнуть сюда, чтобы прыгнуть дальше. Или там наверх пробраться как-то? Прям серия Assassin's Creed, нет? Ну, цветок горит, это уже как бы неплохо. Пока вот мы в этой зоне ни одного секрета не нашли, но они тут явно есть. Это ж все было закрыто скверной, да? Ну да, отсюда было невозможно пробраться. Ну, тут как бы элементарно, но вот сюда мы, оп. Это просто, что ли, один сундучок меня тут ждал? Ну, посмотрим. Так, посмотрим на причал. Ну что ж, хорошо. Так, причал есть. Пойдем тогда в деревню. Вот в деревне еще остались последние две почты. И больше, в принципе, почты нет. Я все пооткрывал, да? Если мы посмотрим, деревня, почта есть. Лес проклятый, забытый. Есть почта духов. Деревня Руса, почта есть. Здесь вот в амбаре предыдущее видео есть. На полях почта есть. Сердце деревни тоже почта есть, да? Ну, отлично. Значит, это последние две почты. Получается, от почты уже у нас вся скверна будет открыта. Здесь вот была почта на доставку. Но это замечательно, это... А, подождите, друзья. Может быть, здесь наверх какой-то интересный подъем? Бочечка. Собираем. Клёныши, лопайте. Слопали? Слопали. Поднимаемся выше. Тут явно что-то может быть еще. Еще одна бочечка. Собираем. Так, пройдем дальше тут верхом. Ага, заходим в дом. Заходим в дом. И вот мы уже как бы на втором этаже, да? Вот сундучок еще. Так, что ж, а выше? Выше нас не пустят? Нет, к сожалению, выше нас не пускают, да? Тут слеза. Смотрим. В принципе, да, мы можем и ногами тут добежать, тут совсем рядом. Вот здесь это место, через водопад. Да, тут можно ногами дойти, тут очень рядом. Так, смотрим. И вот здесь остались две недоставленные у нас почты. Который говорил, что в начале игры мы обязательно все доставим. Что ж, смотрим. Вот я вижу почту, и там еще одна, да? Ну, давайте зайдем в ближайшую, посмотрим. Что у нас тут за почта? Доставляем. И вот этот район у нас очищается от скверны. Ну, еще не очищается, а очищен для начала проход, чтобы тут сразиться с этой всей гадостью, со скверной, да? Ну вот, и сейчас уже очищен будет этот домик от скверны. Ну, вон идут духи и опять же поклоняются нам в ответ. Так, здесь я смотрю, секрет какой-то будет со слезой. Непременно еще ждут какие-то секреты. Так, а вот и у нас, ребята, слеза, да? Гринкленыши, открывайте. Слеза есть, да?
Хорошо. Слеза есть. Значит, и можно вот так пройти. Очистить можно. Он, деревушка наполняется духами. Вот этот алтарь можно очистить. Не знаю, может быть, за домом тоже успеем довести слезу. Ну вот здесь вот что у нас тут еще? Бочонок. Ну попробуем тогда алтарь очистить. Там. Ну-ка, тут выше скверну не надо очистить. Нет, здесь вроде бы все хорошо. Ну тогда очистим вот этот ближайший алтарь. Что тут слеза дотянет. Ага, еще можно в домик зайти, да? А что мы в домике видим? Так, сундучок мы видим, собираем. И еще маленький пиу-пиу. Пиу-пиу. Ну заходи, пиу-пиу. 78-й будешь. Замечательно. Замечательно. Так, идем. Возьмем слезу. И пойдем очистим. Там алтарь был. Где-то сразу у входа в деревню. Идем. И очищаем. Очистили алтарь. И соберем с него кристаллы. Замечательно. Так, и еще у нас остался один домик с почтой. Тоже его очистим. Доставим почту. И этот прекрасный дом тоже будет очищен, да? Конечная остановка получена. Какое-то достижение. Это, наверное, то, что я доставил все почты, да? Получайте, мелкие засранцы. Мелкие вредные духи. Получайте. Отлично, всех раскидали. Нет? Да тут я смотрю, сполна еще всякой дряни. Привет, каменный дружок. Мы помним, как с тобой надо справляться. Нам дадут очистить, нет? Ну, теперь мы можем наконец-то очистить это место. И достаточно большой участок мы очистили, это замечательно. Местные жители нам поклоняются, и мы уважительно им поклоняемся в ответ. Что ж, дорогие друзья, пройдем чуть-чуть назад. Начнем, наверное, с домика, подряд все изучать. Что тут осталось неизведано. Так, вот здесь мы доставили почту, да? Вот это дом. Заходим. Так, сундучок. Собираем. Смотрим, в домике вроде больше ничего нет. Хорошо. Идем дальше.
Так, дальше мы видим, вот здесь есть какое-то место подъема. Так, возможно, с этими камнями будет связан пропрыг. Хватываемся, залазим. Так, ага, у меня есть одна идея. Возможно, с той стороны, да, вот здесь вот... О, еще пиу-пиу. Ну, какая милота. Пиу-пиу. Заходи. Пиу-пиу. Ну, заходи, пиу-пиу. Отлично, 79 для нашей, супер. Да, здесь я тогда не дошел. Вот эта сторона. И да, чтобы на ту сторону пробраться, туда еще потом сходим. Кинем бомбочку. Так, и вот мы у сундучка. Собираем. Отлично. Так, что у нас еще может быть? Может быть, еще вот здесь что-то неизведанно. Там одна слеза не открыта, да? Вот эта часть у нас открылась. Так, вот там вот бочонок я вижу, да? Ну, возможно, я бочонок и брал. Ага, вот мы у амбара. Так, возьмем слезу. И в домике вижу, что-то еще светится. Не взял, наверное. Ну, давайте поставим слезу. Да, будет сейчас здесь слеза для очищения. Это очень круто. Так, в домике явно что-то светится. Так, в домике остался сундучок. Забираем. И в домике еще светится сундук, да? Забираем. Ага, шапочка в виде звездочки. Милота. Так, ну что ж, дорогие друзья, дойдем до шапки лавочника. Ну, а тут духи. Так, там слеза еще, очень интересно. И здесь слеза есть. Ну, почту мы уже достали, это уже замечательно. Так, пойдем в деревню. Зайдем к шляпочнику. Так, посмотрим. У нас у четверых не одето, да? Купить шляпы. Так, где-то тут должна быть звездочка. Смотрим, смотрим. И у нас сколько тут не открыто шапочек еще? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 шапочек еще не открыто. Ну, со временем найдем. Так, вот она, звезда. Возьмем две звездочки. Мило. Так, и у нас у двоих получается нет. Еще будет листик. И один бейсболист. И теперь у нас посмотрим на нашу свору маленьких тленышей. Ну, посмотрите, какая милота. Теперь у всех есть шапочка. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. А главное, хорошего вам дня. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.